Итак, мы проходим мануальный тренинг по правке всего позвоночника. Сейчас приемы стоя. Ну вот, разворачиваем человека спиной к себе, наклоняем голову. Посмотрели, где у него по осистым отросткам есть смещение. Также проверили по поперечным отросткам, на наклоны, на кивок, на ротацию. Вот от С1 до С7 дошли, проверили, да. Все приемы, которые мы делали сидя, в принципе, тут то же самое делается, да, вот я не буду повторять. Это вот был С7, это вот где-нибудь С3, С4, не напивайся, уже больше до ворот. С2, С1, вот так же. Те же самые вот эти вот подъемы. Подбородком касается ключицы. Ага, нагибаемся. Провисаем камни, как в гамаке. И вот с декомпрессией. Но можно сделать и... в общем, подробно на них не буду останавливаться, на этих приемах. Далее нам надо будет в грудную клетку спереди немножко упираться, а своей грудной клеткой, грудиной, упираться чуть выше, чтобы за ребра было давление вот такое. Примерно на сантиметр 15-12 выше сзади упираемся. Обхватили грудную клетку перпендикулярно позвоночнику. И с выдохом еще повыше. Еще повыше. Два раза было. Да, два раза было. Дошли до верхней части. Верхнюю часть можно сделать вот так вот. Руки накрест. Также с упором своей грудины, дай боком, встанем к камере. И в другую сторону. Натянули. Теперь вот так вот. Если сколиоза нету, то делаем симметрично. А если есть, ну симметрично, я имею в виду, упираемся в грудную клетку по центру. А если есть сколиоз, например, правосторонний, то берем за локоток, тут под рукой просовываем, расслабили все. Я грудной клеткой сместился на ребра поперечную дугу. И также вот такой кивок. Получается, за ребра давим вниз, грудную клетку вверх. То есть тут растянули и продавили. Теперь скрутка поясницы. Развернись сюда. Уперлись в таз, своим тазом в его таз. Противоположную коленку давай сюда. Ага. И смотри в противоположную сторону. Выше, посередине и ниже. Если рука у вас скользит, да, то какую-нибудь тряпочку берем или полотенчик и подкладываем сюда полотенце. То же самое, соответственно, с другой стороны. Так, ну это ты там сделаешь. И общая разгрузка теперь спины. Разворачиваем человека вот так вот руки. Подсаживаемся под кифоз ниже, натягиваем на себя. Потянули, расслабились, продрожали. На выдохе опускаем вниз, пола не жди. И примерно в этом положении рука спиной в него. Ну как, растянулся? Да. Здесь. Отлично. Все отлично. Теперь сводим руки назад. Смотри вперед. Раз. Раз, тут еще плечи подправятся. Вот так разворачиваем, разворачиваем и... Все, человека нужно отпускать готовым, здоровым, омоложенным. И счастливым. И счастливым. До новых встреч, друзья. Оставайтесь с Олегом Гудвиным. Верно говорит.